Всем привет, дорогие зрители, на связи IT-District, и в сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами об очень популярной теме, как создать мобильное приложение для интернет-магазина на WordPress, а точнее на WooCommerce. Также я презентую вам новый курс по этой тематике. Если вам лень смотреть все видео, то вы можете перемотать на интересующую вас часть, так как видео разбито на главы. Тем, кому уже не терпится, можете посмотреть описание к этому видео, там очень много интересных ссылок. Как, наверное, становится понятным уже каждому, что мобильный трафик побеждает веб-трафик, точнее трафик с классических компьютеров или ноутбуков. Социальные сети и медиа-сервисы вплотную вошли в нашу жизнь именно благодаря мобильным девайсам, смартфонам и планшетам. И подавляющее число информации и контента мы уже потребляем именно с этих устройств. Ну и, конечно, электронная коммерция не могла пройти мимо этого тренда и привела к тому, что мы не только потребляем контент, но и все чаще заказываем какие-либо товары в магазинах именно через мобильные приложения. Но тут возникает вопрос, если мобильный трафик побеждает, то неплохо бы для магазина создать мобильное приложение. А на самом деле создать мобильное приложение для магазинов стоит очень дорого. Если мы обратимся в студии, то нам скажут ценник от 300 или 500 тысяч рублей за мобильное приложение только под одну платформу. А я хочу вам напомнить, что таких платформ две, Android и iOS. Если за услугой вы обратитесь к частному разработчику, ну или фрилансеру, то возможно вы собьете ценник до 150 тысяч рублей. Как вы понимаете, это очень дорого и большинству магазинов не по карману. Тем более, когда мы говорим о системе WordPress, а точнее о WooCommerce, применение таких расценок не совсем целесообразно. Ведь использование таких систем само по себе означает, что интернет-магазины на таких системах создавались либо вообще бесплатно, либо с целью экономии средств, то есть довольно-таки дешево. И как вы понимаете, такая стоимость за мобильное приложение не совсем уместна относительно, опять же, системы WordPress и WooCommerce в частности. Так что же делать, если вам хочется свое мобильное приложение, и у вас есть свой интернет-магазин, или, например, вы разработчик сайтов и хотите, специализируетесь на WordPress, и хотите разнообразить спектр своих услуг еще и разработкой мобильных приложений. Это очень классный путь. К счастью, есть выход. Имеется возможность создать собственное мобильное приложение для своего сайта или для сайта клиента, который сделан на WooCommerce совершенно бесплатно, собственными силами, сразу под две платформы, что очень важно, под две платформы, под Android и iOS, и сделать это вообще без знаний программирования. Наверняка у вас возник вопрос, как это сделать. Я записал обучающий курс, на котором вы сможете создать такое мобильное приложение абсолютно без всяких знаний программирования. Старт курса состоится в этот понедельник, 26 числа. Стоимость до запуска курса снижена в два раза и составляет 2000 рублей. Курс проходит на закрытой платформе, доступ к материалам пожизненный. У вас будет возможность со мной лично консультироваться для записи на курс или для того, чтобы посмотреть на условия обучения, напишите мне либо в личку, либо также можете перейти на сайт с курсом и заполнить форму на консультацию. Все ссылки для связи со мной есть в описании к этому видео. Суть мобильного приложения состоит в следующем, что ваше мобильное приложение будет получать все данные с базы данных вашего сайта. То есть мобильное приложение непосредственно будет связано с сайтом. Если вы какие-то изменения производите в интернет-магазине, то все эти изменения автоматически отображаются в мобильном приложении. Это очень важно. Так что интернет-магазин и мобильное приложение у вас будет связано. И суть разработки в следующем. Мы связываем с вами интернет-магазин и мобильное приложение. Да? Если нужно, на мобильном приложении можем кое-что поменять. Я вам покажу, как там все настраивается. Затем, как мы должны с вами будем скачать файлы этого мобильного приложения, ну и затем просто закинуть в магазин. Если для Android это Play Market, а на iOS то это App Store. И все. Потом, что мы сделаем? Мы на сайте вашем в качестве рекламных ссылок вставляем ссылку на Google Play, ну то есть на Google Play, Play Market и App Store, и пишем сообщение о том, что вот у нас появилось такое мобильное приложение. После чего ваши клиенты смогут его скачивать и делать заказ именно в мобильном приложении. Если вы разрабатываете сайты на заказ, то вы можете предлагать своим клиентам
сделать мобильное приложение. Благодаря этой системе предлагать очень вкусную цену, по которой вы будете получать все новые и новые заказы. Мы будем создавать приложение для интернет-магазина из моего платного курса «Идеальный интернет-магазин». Но все, что я вам буду показывать, вы можете применить абсолютно к любому магазину, который создан на WooCommerce. Записаться по выгодной цене можно уже прямо сейчас. При записи вы сразу получите несколько бонусов. То, что я буду показывать, опять же, подойдет абсолютно для любого магазина на WooCommerce. Так что можете смело записываться на курс, пока цена снижена в 2 раза. А на сегодня у меня все. С вами был IT District. Записывайтесь на новый курс и до встречи на волнах наших эфиров. Всем пока.